Всем привет, ребят. Ночью вчера мы потрешивали, сегодня на английском завезли скины на башенки. Я их прокачал и, честно говоря, немножко офигел. Как видите, у меня магические башенки сейчас стоят и, честно говоря, я в шоке. Вопрос даже не в жизни. Там писали, вот есть у нас, что они дают жизнь, увеличение там. Очень многие возмущались. Это все фигня, ребят. Поверьте. При прокачке, по-моему, на шестой или на седьмой скилл, ну, уровень, точнее, появляется скилл. И я офигел. Один скилл мы видели. Это скилл, который там связан с атакой. Но есть второй скилл, и который намного круче, как видите, у меня немножко уже эти башенки прокачаны. А также магические. Ну, вот эти вот башни я сегодня получил с акций. По 50 осколков падает в магазине. А вот эти собрал. Ну, как видите, у меня уже 7-8. Но суть не в том. Вот у вас есть скилл. Точнее, есть два скилла. Вот это просто жесть. Dragon Spite, посмотрите, что он дает. Он понижает скорость атаки и скорость передвижения на 25% всех героев, которые попадают в атаку. Это идет от каждой башни. Мне нужно повысить, как видите, чтобы повысить уровень вот этого скилла, мне надо набить общее количество башен вот этих всех, качнуть на 30. У меня пока что 16. Когда я на 30 качну, этот скилл увеличится и будет еще круче. В общем, вот как-то так, ребят. Ну, не знаю, что будет дальше. Сейчас покажу вам это все в действии. Надо будет еще башенку забрать. Имеете возможность выбора. Вот первый скилл дамаг дает каждых 0,5 секунд. А вот этот, мне кажется, намного круче. Потому что дамаг и так будет всегда. А вот это идет стабильный дебаф. Башенки уже имеют на такой прокачке. Вот 120 плюс 96. То есть жизни уже немало. Можно, конечно, еще сюда. Чтобы стана было больше сюда, чтобы увеличивая скорость. То есть, по сути, возможно, даже я не исключаю вариант, что придется возвращать свой гарнизон. Да, это будет там минус 15-20 тысяч силы, но с такими башнями, с таким гарнизоном, реально на битве гильдии я не знаю, что люди будут делать, потому что это реально будет полная жесть. Вот так вот. Так. Это вам показал. Давайте я сейчас уберу своих героев. Просто покажу вам на волнах, как оно действует. Сам долго разбирался, но разобрался. Это реально очень заметно. Так. Вот давайте изначально без. Сейчас я сниму скины. Нету у меня ничего, то есть обычная башенка, как видите, но скилл не будет действовать, не должен, по крайней мере, хотя пишет, что активный. Напишет, что не будет никаких эффектов. Ну ладно, идем попробуем. Давайте на какой-то простенькой волне. Посмотрим, будут замедляться или нет. Ну, в принципе, вот видите скорость атаки. То есть, по сути, да, нету. Ну, вот герои бегут, то есть они как бежали, так и бегут. Никаких изменений нет.
Так, волна АА. Теперь меняем. Надо будет общий уровень до 30 довести, тогда появятся новые. Видите, надо 100 штук на восьмерку, чтобы перевести. Так, есть. То есть вот такие вот они уже магические стали. Тем другого цвета. Поехали. Та же самая волна. Внимательно смотрите за героями. Нифига изменений, честно говоря, я сам даже не вижу. А, я скилл, наверное, не выбрал. Секунду. Да, ну, вроде все нормально. Ну, давайте этот завязаем, а теперь этот. Странно. Сейчас перезайду, попробую. Не работает, поломали. Так, отлично. Поехали. Что-то нифига оно не пашет. А так было все хорошо. Но хотя на самом деле оно пашет. Оно понижает скорость. Если внимательно смотреться. Что-то там есть. Такс. Такс. Ну-ка еще разок. Потому что когда я тестил, было все good. Так. Скорость атаки и скорость передвижения. Странно. Очень странно. Ну, незаметно, так как было раньше. Ну-ка еще попробуем попроще какую-то волну. Хотя 25% это не настолько заметно, но давайте попробуем другой скилл. Наверное, нет. Давайте попробуем другой скилл. Блин, конечно, это привыкнуть надо, вот это все переключать. В любом случае, это будет плюс до одной битвы гильдии, если оно будет дальше так работать. Просто будет жесть, ребят. Вот, 2500, видите, работает. То есть они каждых 0,5 секунд получают по 2500. Просто офигеть. Честно скажу, это дофига. Ну, если так разобраться, в общем, если башни прятать, получается доп. Урон. Но я бы не это, я бы все-таки дебафы выбирал. Урон уроном, как бы это все хорошо, но дебафы намного интереснее.
Ну, как вернем. То есть работает все нормально. Надо просто левел немножко повысить. Ну, сама суть, что как бы атака это такое себя. Вот дебаф, скорость атаки на 15% уже и скорость передвижения на 25%. То есть вы понимаете, да, чем это на битве гильдии там чревато. В принципе, на многих локациях. Плюс еще будет сама башня, ну, точнее, этот ратуша дамажить. Давайте еще разок. Ускорялки посмотрим. Оно так не видно. В общем, вот такие вот пироги. Честно скажу, я не знаю, что будет дальше. Но это просто жесть. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но башни тоже имеют скиллы, и это просто пипец. Ждем уже нового героя. Интересно будет его потестить. Нигде пока его у нас нету. Есть видосик, там выкидывали с админки. Но это не то. Мы будем делать свои тесты. Все, всем удачи, всем пока.